поставленных целей. И, конечно, наши маленькие, дорогие первоклассники. Сегодня в городе Алматы 32 200 учеников. Одному пациенту нужно вебку положить. Сколько это будет? В смысле сколько? Сколько в сутки будет? 24 часа. Очень смешно. Ты так будешь со своими бабами шутить, а не со мной. Я тебе еще раз спрашиваю, сколько будет в сутки по деньгам? 20, как обычно, или сколько? Надоело ты ко мне подкатывать уже. Хватит, мне сказал же, не нравишься. Вон к ребятам, к молодым, красивым из антикора подкати. Вы с антикора? Не, Дурин, я лучше к тебе буду подкатывать. Мне коррупционеры больше подошли. Тупая, я говорю, из антикора вон ребята хорошие, смотри, красивые стоят. Ладно, ладно, вы внимания не обращайте, это у нас такие приколы. Ты же просил принести тебе маму? Да. Рахмет? Какой Рахмет? С тебя на ФДЖ? Новый джип бит. Ладно. Новый джип. Опасные у вас приколы. Почему? Вы же тоже прикалываетесь? Нет. Алло. Да. Врача поймали? Подозревается в коррупции и укрывании? Ну дайте ему от 3 до 7 лет. В принципе, можно пятнашку ему дать в колонии строгого режима. Не-не-не, расстрел это слишком. Шучу я, шучу. Вот такие вот у нас приколы. Сурати, да? Сурати. Гульми мен, цыши? Гульми? В смысле? Гульми мен, цыватру, боин, да? У тебя воображение гуль, я не понял. Хайда хуй? А? Хайда? Вот именно хайда. Вот именно хайда гуль. И что, не добилась? Сарва лайфхак. Добилась, да, все-таки все. Можно с вами видеосвязь? Давай. Что делать? Тумасен, жрегом на небе. Ты брак, что ли? Салам, эй. 从啥老都是你抓老的人呢？ 啊？ What? I am Kazakhstan, Kazakhstan, Kazakhstan. 从啥土豆的？很丑的，从丑的那边有人看到的呢？ Yes, yes. English, Google translation. Saibal, I am Kazakh, 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 Kazakh. 从哪里有人丑的呢？ Kazakhstan, Kazakhstan, go, Kazakhstan. 从啥都从啥的呢？ Google, Google translation. Translation. Опа, иди-ка сюда. Здравствуйте. Салам алейкум. Че, приезжий, да? Да, приезжий. Че, с России, да? Да, из России, вчера приехал. Че, может, какая-то помощь нужна? Нет, ничего не надо, спасибо, ребят. Бля, а если найду?
Спасибо, пацаны, все хорошо. Не, ну может там хата, машина, там капсулы для посудомоечной машины. Ребят, я обеспеченный человек, всего хватает. Спасибо большое, ничего не надо. Не, ну на хотя бы, телефон возьми с казахстанской симкой. Айфон. Спасибо. Ну давай топай. Братан, мне кажется, мы вообще ничем занимаемся. Чем мы помогаем? Я не знаю, вот так просто стоять не могу. Брюги по-любому кумик сюгарь порог, казах позвол. Братан, граница бар кумик сик тағда бар. Біздің менталитет қой бұл қу, қусаң интеллигентна. Ребят, после этого кана я, наверное, домой поеду. Сейчас индрайвер закажу себе. Зачем индрайвер? Ты возьми Яндекс. Удобное приложение, что там эконом вариант есть, бизнес-класс. Удобно? Не знаю. У меня свое такси. Алло. Жарок у вас 150. Я с тёлками. Раз, два. Где эти сучки? Быстро встал и домой! Такси жена. Такси жена. Быстро встал и домой. Албек кештер оттай болып, ол дегізді шоқтай болып шалады. Кештер оттай болып, ол тегізді шоқтай болып, шалады. Ну-ка, давай уже, открывай! Правильно, жестко наказывайте за плевок, я одобряю такой закон! А это уже не плевок. Батырбек, срочно изменения внеси в закон, чтобы не было такого сумасшествия. А на одной сможешь? Ясно, одна, да, сын. Ага, может ты еще, блядь, без рук можешь, нахуй? Да слабо. Из-за серьезного конфликта на Украине алматинцы, в целом казахстанцы, начали замечать очень много гостей из России и Украины. За последние месяцы границу пересекло более 500 000 человек из этих стран. Казахстан гостеприимная и многонациональная страна. И мы не потерпим конфликтов и межнациональных ссор у нас дома. Просим гостей придерживаться наших традиций и не конфликтовать друг с другом из-за национальных вопросов. Кто согласен, ставьте лайк. Hi, I'm sorry for asking you again, but where are you from? It's okay, I'm from Kazakhstan. Okay, nice. And what language do you speak in Kazakhstan? Kazakh? Yeah, it's Kazakh and Russian as well, because, you know, it's a post-Soviet Union country. So I speak Russian. It's my first language. Interesting. You speak Russian in Kazakhstan and
So you're Russian? No, I'm Ukrainian. Ukrainian. In Kazakhstan, speaking Russian. Okay. Говорить. Say. Перестань говорить. Хой сей. Утка. Duck. Пожарить утку. Курдах. Линия. Line. Родственная линия. Айналайн. Кушать. Eat. Не кушать. Кредит.